Когда-то злой волшебник-тролль смастерил зеркало, в котором все доброе и хорошее исчезало, а все негодное и безобразное напротив отражалось и казалось еще хуже. Ученики тролля таскали это зеркало по всей земле и натворили немало зла. А потом им захотелось добраться и до неба. Но зеркало вырвалось у них из рук, упало и разбилось вдребезги. Миллионы мельчайших осколков разлетелись по белу свету. Человек, которому такой осколок попадал в глаз, начинал видеть во всем одно лишь дурное, и жить ему становилось невмоготу.
Простите, Геннадий Яковлевич, муж пришел. Одну минуточку. Паша, там все накрыто, а суп на подоконнике. Извините, Геннадий Яковлевич, я с начала. Судьба бывает к нам сурова. Давайте же в прощальный час мы дружно скажем Ковалеву, что плохо будет нам без вас. Что плохо будет нам без вас, это все хором. Тоже неправильно питается. Ребенок рождается. Ну так я завтра распечатаю и отдам по отделам. Ну, конечно, успеет, что вы, конечно. Да, да. Как правило, конечно. Хорошо. Читаю дальше. Выступают причины. Вы быть к нам всегда не строги. Быть может, слишком иной раз. Вам посвящая эти строки, мы любим вас, мы любим вас. Мы любим вас тоже хором. Вообще все последние строчки хором. Пусть ваша жизнь течет, как прежде. Все так же молодо искрясь. Мы любим вас в большой надежде, что вы за все простите нас. Вы ярый недруг Подхалимов, но вас обидеть не боясь... Что? От культурного уровня всех людей. Как вы говорите, ярый враг? Женщина где-то до 14 брак недель. Брак – это хорошо, но как беременность же... это не прервала. Она еще ни для кого, для посторонних незаметна на этом уровне. Ярый враг Подхалима же. Тут общество должно ее уже не порицать. Я согласна с тем, что в жизни сложно. Растет мальчик, близнец. Как же можно разорвать? Мы знаем, что близнецы вот биологически чрезвычайно связаны. Ты чего, бать? Стулья в дом не хватает. Которого она лишила сестрички. Лунная соната грустновата. То, что произошло в другой семье, вот в семье усыновившей... Там ребенок разлагается, а вам всем наплевать. Нехорошо. И, так сказать, вся процедура, вот эта операция... Простите, что, Геннадий? Может, вам шпроты открыть? Будете? А, пап? Люся, не называй меня папой, пожалуйста. А почему? Я прошу. Ну, ладно. И да почему все-таки? Я же вас с самого начала так называла. Не будем уточнять. Ну, а как же мне вас теперь называть? Товарищ Васин, что ли? Меня зовут Павел Иванович. Ну, нет, это для близких, я здесь человек посторонний. Я вас буду называть товарищ Васин. Официально. Здравствуйте, товарищ Васин. Как вы спали, товарищ Васин? Кушайте салат, товарищ Вон Васин. Отсюда. Что? Вон. Вот здесь присутствует Тетерин. Нет, Геннадий Яковлевич, обязательно надо. Вот здесь присутствует Тетерин. Теперь он нам заменит вас. Но первым скажет он потери, что покидаете вы нас. Невосполнимые потери? Дай, пожалуйста. Но это же не в рифму. Здравствуйте, это муж. Есть вариант, послушайте. Теперь назначен к нам Тетеря. И каждый здесь, конечно, рад. Давайте дружно мы Тетеря. Тетерю поцелуем взад. По-моему, хорошо и в рифму. И товарищ Тетерин наверняка понравится. Ты что наделал? Это же он. Сам Тетерин. Тем лучше.
Павел. Павел, что за глупые шутки? Ты понимаешь, в какое положение ты меня поставил? Я сейчас наберу номер, ты пойди извинись. Слышь, Паш? Паш, что случилось? У тебя что, неприятности на работе? Хомячок, нужно отвечать, когда с тобой разговаривают. Ну что же это такое, в конце концов? Гладила же платье, снова гладить, что ли? Мне неприятен твой подхалимаш. Какой подхалимаш? Человек уходит на пенсию, его провожают, говорят теплые слова. Элементарно... Кто уходит? Тетерин? Ковалев уходит, Ковалев. А вместо него как раз приходит Тетерин. Вот именно. Что именно? Мать, что именно? Мать, подожди, батя, Люся плачет. Что случилось? Что он еще натворил? Я не выношу расчетливых людей. Бать, ты подбирай выражение. Гера, ты иди, у папы неприятности. Погоди, мать. Бать, кто расчетливый-то? Люська? В чем? В том, что вышла замуж за студента без стипендии. Так это смешно. Гера. Смейся. Гера, не обращай внимания, папа. Не за тебя она замуж выходила. А за кого? За меня. Вот это новость. Она думала, папа этого студента взяточник. И дача у нее будет, и машина у нее будет. Чушь собачья. А кто меня просил отдельную квартиру устроить? Я просила. Кто? Да, просила. А что здесь такого? Каждая женщина хочет быть хозяйкой в своем доме. У тебя есть своя жилплощадь? Люсенька. Вот там и хозяйничает. А вы видели, товарищ Васин? Извиняюсь за выражение, это жилплощадь. Я всякое видел. Товарищ Васин, почитай мне сказку. У тебя есть папа, пусть он читает. Гера занят, у него диплом. А маме скажи, если ей здесь не нравится, скатертью отлично, дорога. Люсенька. Когда никого не задерживают. Батя, Люсь, между прочим, жена моя. Я тебе запрещаю говорить с ней в таком тоне. А вот запрещать мне, молодой человек, ты пока не имеешь никакого права. Ты ведь абсолютный нуль. Павел, перестань. Это невыносимо. Так. Всем я мешаю. Павел. Павел, ты куда? Ну что происходит? Ну объясни хотя бы. Ты что делаешь? Совсем ошалел? 3 года толдычу этому акселератору, плитка отлетает. Не удосужился пальцем шевельнуть. Паша, мне тебя жалко. Паша, мне тебя жалко. Тебя пожалей. Они же тебя искалечат. Бедная девочка. Вот, возьми на память дедушки. Паша, Пашенька, ну успокойся, Паша. Эгоист. Паш, ты куда? Товарищ, ну что вы на меня так смотрите? Я? Да, вы. Я не смотрел на вас. Нет. Вы на меня смотрели. Ознакомьтесь. Проездной. Друг, не помешаю. Выгнала. Сейчас будет звать, уговаривать. Вернись, Федя. А я нет. Принципиально. Нет у меня дома, нет родного угла. Вот так, друг. А где Вася? Кто? Федор! А я молчу. Федор! Чего? Ничего! Видал? Воспитал. И ты тоже сам не ходи. Воспитывай!
Вам что? Мест нет. Есть. Мне нужен номер. Что я должен сделать? Дать паспорт. А в паспорт десятку надо? Десятку в паспорт не надо, гражданин. А сколько, 15? Может быть, 20? Сами уйдете? Или милицию позвать? Визитку, пожалуйста. Я в буфет. Буфет обслуживает только проживающих. А вы что тут расселись? Встаньте и откройте мне дверь, как это положено. What does he want, Catherine? Oh, he asked you to open the door. Please. Мерси. Алло. Бабылев, это Васин. Ты один живешь? Да, Павел Иванович. Можно я у тебя переночую? С кем? Да. Молодец. Уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Уходит. Поговорим и стол накроем, весь дом вернем, перевернем, и праздник для него устроим. Я пришел. Очень хорошо. Ты промок? Все мы не без недостатков. Паша, они ушли. Взяли Машеньку и уехали.
36-6-3-13. Да? Попросите, пожалуйста, Людмилу. А вы еще позже не могли позвонить? Извините. Сейчас. Слушаю. Гера? Да. Я просил Люсю. Она спит, бать. Позови, пожалуйста. Пусть сегодня там переночует. Не надо ребенка взад вперед таскать. Она и так травмирована. Добрый вечер, товарищ Васин. Чем обязана? Люся, возвращайтесь утром домой. Да? Но это... Если ты пересмотришь свой моральный кодекс... Дорогой товарищ Васин, мы не вернемся, пока вы сами не пересмотрите свой моральный кодекс. А с нашим все в порядке. В порядке? А мой магнитофон ты по рассеянности прихватила или просто украла? Ах, вот вы о чем. Дедушка, это вы по рассеянности забыли, что эту бандуру вы подарили на день рождения собственной внучке. Так что, если скучаете без музыки, то купите себе, пожалуйста, новый. Кстати, проверьте, все ли вилки у вас целы. Зачем тебе понадобился этот магнитофон? Зачем? Да, зачем? Затем, чтобы записать, как ты храпишь. Я? Хватит. 30 лет терпел. Хватит. Я храплю. Это хватит, ты мне говоришь? Ирочка. Ну, знаешь ли, я на твоем месте эту тему не последняя трогала. Последняя собака. Имеет право на милосердие. За что вы меня ненавидите? За что? Кто? Кто тебя ненавидит? О чем ты? Я тебе все деньги до копейки отдавал. Я тебе никогда не изменял. Я всю жизнь вам посвятил. Павел, ну к чему? Не надо. Не надо. Только не говори, что я старый, лысый. Когда я это говорила? Тебе стыдно со мной показываться на людях. Я живой человек. У меня тоже есть нервы. Паша, ну у меня в мыслях никогда ничего такого извини, не было. Мне завтра рано вставать. Спокойной ночи. Паш, ну мы же никогда с тобой не ссорились. Ну скажи мне, что случилось? Ты не захворал, хомячок? Что с тобой? Зачем? Что, маленький? Зачем в твоем возрасте красить губы? Кого ты хочешь обольстить? Кикимора. Ну что ж, выгнал детей. Выгони меня. Молодец. Чики-ты-чики-ты-чики-ты-ча. Чики-ты-чики-ты-чики-ты-ча.
Ира. Алло. Дина, доброе утро, это Васин. Во, легок на помине. Павлик, слушай меня внимательно. Первое, тебе надо лечиться, взять отпуск, травку попить и т.д. и т.п. Второе, Ирина не понимает, что у тебя нервный стресс, и ты должен это учитывать. Третье. Дина, скажи ей, что я сожалею. Во-во, только ты это ей скажешь сам. Слушаю. Слушаю тебя, Павел. Пустыня. Что? Ничего. Маша, ты помнишь, какое первое слово сказала Машенька? Помнишь? Дайте. Нет, хомячок. Ее первое слово было деда, дедушка. Тогда ты с получки купил магнитофон и сказал, что мы будем ее записывать. Вспомнил? Павел, ты меня слышишь? Нет, я не слушаю тебя. Пока. Здрасте, Павел Иванович. Опять сквозняк устроили. Вы же простужены. Ну, прям как маленький. Слушаю вас. Скажите, пожалуйста, у нас говорят, что вы собак за город вывозить будете. На медалистов это тоже распространяется? Каких еще собак? Зачем? Для справления естественных нужд. Гражданочка, вы куда звоните? К вам. К заму. У меня голубой шпиц, у него медали и два диплома. Слушайте, у собак свое общество, пусть они и вывозят. Зинаида Петровна, Васин появился? Нет еще, Валентин Максимович. Как появится, пусть срочно зайдет ко мне. Валентин Максимович, возьмите трубочку. Скажи, я в поликлинике. Мамаев. Слушаю вас, Игорь Игоревич, добрый Сорокин, день. Сорокин, что у вас с гаражами? Люди, понимаешь, на работе, а у них гаражи сносят в тот момент. Все были предупреждены в свое время, Игорь Игоревич. Когда предупреждали? Год назад? Тогда и надо было сносить. Это Васина инициатива, а Игорь Игоревич. А сейчас, я думаю, надо дать владельцам как следует подготовиться, а потом уж действовать. Ясно, Игорь Игоревич. Зинаида Петровна. Да? Срочно прекратите эту затею с гаражами. Это приказ? Считайте, что приказ. Валентин Максимович, Павел Иванович сказал, что если будет такой приказ, чтобы он обязательно был в письменной форме. Это еще зачем? Бумажную волокиту разводить? В стране и так бумаги не хватает. Но если с нас спросят, почему до сих пор стоят эти развалюхи, чтобы у нас был оправдательный документ. Ладно, будет вам в письменном виде. Алло. Минутку. Алло. Это коммунальный отдел? Да. Здравствуйте. Я насчет гаража. Ну, товарищи, ваши же дети будут играть на зеленой травке на этом месте. Наш гараж стоит в медвежьем овраге, он практически никому товарищ, не мешает. Я не уполномочен отменять решение начальства. Извините. Обращайтесь. Ваныч кафе сказку разогнал. Толик, какой выговор, строгий или простой? Кому как, мне строгий. И что это Василек наш разбушевался? Я же говорю, его из дома выгнали. Вчера позвонил в озверелом состоянии, спрашивает, с кем живу, можно ли у тебя переночевать, а чего нельзя, конечно. Анатолий Вениаминович, прекратите сплетничать, это никому не интересно. Ну не кричите, не кричите. Я же вам сказала, что все это находится в компетенции Сорокина. Да. Алло. Павел Иванович, а правда болтают, что теперь собак за Дальним озером выгуливать будут? Будут. А как они туда доберутся? В индивидуальном порядке или автобус-экспресс пустим? Сами дойдут.
Здесь прямо. Я по Ломоносову поеду, короче. Дальше. Павел Иванович, что я, города не знаю? Привык мешочников зигзагами возить за счет государства. А вы меня поймали? Поймаем. Ждите здесь. Павел Иванович, Раин сказал на 20 минут, а мы уже второй час ездим. Можете ехать, я в вас больше не нуждаюсь. И вам не стыдно? Павел Иванович! Павел Иванович, никак не мог к вам дозвониться. Семенов! Войдите в мое положение. Сноси! Молодые люди, вы почему стройматериал растаскиваете? А мы не растаскиваем, нам сторож дал. Здравствуйте. Здрасте. Так, ребят, встали, приготовились. Поближе друг к другу будем снимать. Здравствуйте. Здрасте, товарищ Вася. Съемка. Саш. Смотри, кто к нам пришел. Товарищ, товарищ, встаньте, пожалуйста, левее. Еще чуть-чуть вырежетесь. Снимаю. Секунду, Саша. Товарищи, я спрашиваю, что здесь происходит? Свадьба. Вот как? В таком случае я прошу молодых принять мои поздравления, во-первых. Спасибо. Во-вторых, а молодые я прошу... это мы. В таком случае я поздравляю вас, но я прошу, сию секунду, спасибо, очистить помещение. Но почему? Нам же разрешили. Никто не мог разрешить устраивать пьянку в незаселенном доме. Вы же взрослые люди. Ну как так а можно? А я так и знала, что так получится. Нечего было людям врать. Внимание. Снимаю. Улыбнулись. Только быстро. Павлик, а я за тобой. Здравствуй, Павлик. Здравствуй, Дина. Здравствуй, Павлик. Здравствуй, Дина. Павлик, есть такой терапевт, Склянский, профессор, светило. К нему записываются за 2 года, а я с ним договорилась. Он нас сейчас примет. Спасибо. Большое спасибо. Павлик, только я знаю все твои принципы. Ну, надо его устроить в кооперативный гараж. Он очень достойный человек, и ничего такого страшного в этом... С удовольствием. Правда? Да. Все непременно. С величайшим удовольствием. Павлик, ну, садись, поехали. Не могу. Почему? Дина, я уже вылечился. Сам. Брусничным листом! Галкина, запиши. Сторожа третьей стройки уволить за разгильдяйство. Павел Иванович. А куда это записать? Найдешь куда. Павел Иванович, вас Сорокин разыскивал. Павел Иванович, можно мне на часок отлучить? Нельзя. Павел, я свой гараж сам хочу снести. Павел Иванович, мне там бампер был. Обратитесь к Сорокину. Нам лучше знать, к кому обращаться. Что это? Сауна. Именно. Пиво, воблы, пожары. А это? Теннисные корты. Сколько вас на заводе? 11 000. Слушаю. Иваныч, я насчет гаражей. Сорокин. Ты мне можешь конфиденциально сказать, чье это распоряжение? Владимир Николаевич? Мое. Твое. А твой ракетками будут махать. Но ты же сам всегда ратовал за то, чтобы не сносить эти сараи до сдачи гаражного кооператива. Время вносит свои коррективы. Павел Иванович, подпишите, ты мне выговор за пререкание. Тебе Мамаев звонил? Нет. Или позвонит, ты мне сообщи. Куда? В поликлинику? Перепечатай. Ты брось. Сам кашу заварил, сам и расхлёбывай. Я, между прочим, вторую неделю строгий на бюллетене. Меня а я вообще думаю, простой. Нет. Тогда зашторь окна, тебя видно. Девушка, вы этикеточку забыли оторвать. А это пока нельзя, я еще не купила. Павел Иванович, как вы думаете, а ну-ка покупать? Вызови сюда Галкину немедленно.
Ну вы подпишете или будем штанами заниматься? Не подпишу. Я же сказал вам, не подпишу. Ну почему же, Иваныч, мы с тобой все согласовали. Собачья площадка. Районная. На этом месте. Какая площадка? Что ты имеешь в виду? Выгуливать. Весь город загадили. И люди пример берут с них некоторые. Это что, шутка, что ли? Здесь не место для шуток. Павел Иванович, вызывали? Товарищи, у меня все. Ладно, в другом месте поговорим. Мы Ефимову доложим о ваших идеях. Он вам таких собак навешает? А вы нас не запугиваете. И на Ефимова есть управа. Посмотрим. Нет, товарищ генерал. Никакой Гаевой исключения не будет. Извините. У Гаевой постоянный сносу не подлежит. Галкина, запиши. Соловьеву лишить премиальных. За что? За наглое передевание в рабочее время. Ну не надо, Павел Иванович. Она же безотказный работник. И в воскресенье, и в суд. Можно? По поводу гаражей обращайтесь к Сорокину. Она не насчет гаражей. Она явилась разменивать мою квартиру. Да? Угадал? Ошибаетесь, товарищ Васин. Я явилась вернуть вам вещи, которые мы у вас украли. Вот. Вот. И вот. Другую потеряла. Стоимость верну при первой возможности. Проверьте, работает. Люся! Да, я дура несчастная. Люся! Да, я дура несчастная. Да, я не чита вашему сыну. Да, я простая медсестра. Но нам ваши подачки и попреки не нужны. Проживем как-нибудь и без них. Люся, подожди. Я говорю, если вопрос ставишь так принципиально, надо вернуть все. Мы учтем. А сумку? Сумку мы на свои покупали. Сумка наша. Это доброе знамение, сердце тает лед. Мы попробуем еще ля-ля-ля делай. Васин, слушай. Товарищ Васин, это Кузякин. Тут дед ружьем мне угрожает. Где? Да тут, в доме номер 7. Сейчас буду. Это мамины серьги. Самое дорогое для меня. Вторую она нарочно потеряла, понимаешь? Чтоб ударить меня больнее. Не переживайте, Павел Иванович. Все уладится. Материальчик на меня собираешь? Какой материальчик? Не надо. Галкина, не надо. Я же вижу вас всех насквозь. Рая. Да, Павел Иванович. Можно Костю на 15 минут взять? У него карбюратор засорился, Павел Ясно. Иванович. Ясно. А ты что стоишь, Зинаида, зря время теряешь? Ну, беги, копай. А где копать, Павел Иванович? Копай под меня, самый момент. Может, докопаешься. Николай Ванечкин вышел на улицу с ружьем свою недвижимость защищать. Красивая картинка. Полюбуйтесь на него. Полюбуйтесь на него. Не за собственность, Пашенька, а за справедливость. Федор инвалид войны, кавалер орденов славы. Ему положено. Кавалер, говоришь? Угу. А знаешь, что этот твой кавалер у меня мыло украл? Чего? В 43-м году из вещмешка целый кусок нетронутый. Ну, это так, частность. А суть в том, что Николай Ванечкин, отец моего лучшего друга, вышел на улицу... А ну, топай отсюда, а то я за себя не ручаюсь. Павел Иванович! Павел Иванович! Уходите! Он в аффекте! Убьет! Руки! Ложись! Стреляй в меня! А ну давай! Стреляй, дядя Коля!
А я тебе, может, спасибо скажу. Не заряжено. Мыло кусок. Товарищ Ванечкин, возьмите оружие. А пошел ты, гаденыш. Кузякин, ты где? Ушел. Ушел, ушел. Я здесь, Павел Иванович. Сдашь оружие в милицию. Вызови бульдозер и сноси все, все. Павел Иванович, вы про какой бульдозер? Его же отменили. Уже. Кто отменил? Сорокин позвонил. Валентин Максимович. Что ж ты мне раньше не сказал, остолоп? Насчет чего? Так нам же главное было вооруженный очаг ликвидировать в центре туризма. Что же получается, ты ни одного гаража не снес? Почему не снес? Снес. У Гаевой. Еще с утра снес. У Гаевой постоянный гараж. Сносу не подлежал. Ошибаетесь, Павел Иванович. Столько народу хлопотало, что непременно подлежал. Я потому с нее и начал. Вы ко мне? Его нет, Павел Иванович. Я знаю, родная, он в поликлинике. Появится, соедини. Ну что, вы преследуете меня? Я же вам, кажется, членораздельно все объяснил. Ну что еще? Наталья, где Галкина? Ты что, не слышишь? Я к тебе обращаюсь. У меня перерыв на обед. У нас каждый имеет право на отдых. С правом на отдых у нас все в порядке. Сбегай, найди ее. Пусть то премиальный получает, те и бегают. В таком случае ты уволена. Ой, ой, как страшно. Товарищ, вы Васин? Васин слушает. Алло. Алло. Товарищ, так значит, вы Васин? Я Васин. Алло. Семенов, да? У тебя техника ушла? Уходит. Задержи. Любой ценой задержи. Еще не кончено, еще не вечер. Я из строительной газеты. Откуда? Из газеты. Мы готовим статью о взаимоотношении жилищных условий и семейных отношений. Я думаю, в этом вопросе вы нам сможете помочь. У меня перерыв до двух. Алло. 5 минут. Будьте любезны, подождите меня там. Горбатов? Он, Павел Иванович. Слушай, снос гаражей не прекращать. Ну? Ты понял, не прекращать. Не могу, Павел Иванович. Это пусть мне Сорокин перезвонит сам. Позвонит тебе твой Сорокин. Когда? Я сказал, позвонит. Рая, Сорокин не объявился? Нет, Павел Иванович. Счастливо оставаться, Павел Иванович. Еще 2 недели можешь работать по закону. Нет уж, ищите себе другую дурочку. Где-то в барабаны барабанщик бьет. Ну, теперь ты давай. Капли падают на крышу, дождь грибной идет. Хорошо, Машенька. Будто где-то барабанщик барабаны бьет. Наоборот, в барабаны барабанщик. Ну, хорошо, все равно.
Давай вместе теперь. Бабушка, отойди, мы стесняемся. Раз, два, три. Раз, два. Папа, закрой дверь. Ты что, весь магазин скупил, да? Улыбается. А? Так. Стасик, у меня сегодня ничего нет. Иди в столовую. Сегодня у меня есть. Видишь, Эля испекла. Кругленькие с повидла, длинненькие с капустой. Ну что, Павлович, рискнем? Поедем? Червя накопал. Да. Геркулес Эля заварит. Станислав, вот возьмем, к примеру, хотя бы тебя. Я на рыбалку с Машенькой езжу. Ребенок, чистый человек пока. А ты таскаешь с собой эту. Ну что, мне молчать? Павел Иванович, уж кому-кому, а тебе прекрасно известно, что Эля фактически мне жена. И давай не будем на эту тему. Нет, будем, Стась. Раз уж ты затеял этот разговор, будем. Машеньке неизвестно, чья она фактическая жена. Твоя или футболиста? Васин слушает. Алло, нажмите кнопку. Алло. Какого футболиста? Не знаю, много их там. Рая, Сорокин не объявился? Нет, Павел Иванович. А откуда у тебя эти сведения о футболисте? Это что, сплетни или есть факты? Свою вторую фактическую жену спроси, она всем рассказывает. Да? Кузякина, пожалуйста. Ерунда. Да, нет, Павел Иванович. Соня вообще ничего не знает. Он гаражами мотается. О существовании Эли. Она даже имени-то этого не слыхала. А, черт, никто не работает. Неизвестно? Угу. Не слыхала? Алло. Софья Михайловна, день добрый, Васин беспокоит. Ну, кончай. Погоди. Софья Михайловна, вам известно о любовной связи вашего супруга с вашей соседкой Эльвирой? А кому это неизвестно? Ну вот и скажите ему об этом. Что? Он здесь рядом. Ну теперь-то можно? Я понимаю, конечно, что вы шутите. Перерыв. Получается очень нехорошая. Два часа. Злая. Вам это не к лицу. Без трех. Я бы о вас совершенно иного мнения. Софья Михайловна, поймите, вы ставите всех нас окружающих в крайне неловкое положение. Ну-ну. Почему я вынужден воспитывать свою внучку во лжи? Повесила. Ну, теперь знаешь, что знает? Ну и что? Васин слушает. Алло, алло, вы меня слышите? Знает. И что? Слышу. А тут этот автомат испорченный. Ну? Товарищ, простите, не знаю вашего имени. Павел Иванович. Павел Иванович. Выключи. У меня снимает комнату Саша Ермаков. Приятного аппетита. Это тот юноша, у которого вы были на свадьбе. Алло. Алло! Слушаю вас. Павел Иванович, там, когда вы ушли, произошел разрыв. Они поссорились. Чем могу помочь? Павел Иванович, вы должны разрешить справить им там свадьбу. Тем более, что такое разрешение дала Саше, ваша сотрудница. Не помню фамилию. Это ложь. Товарищ, поймите, ведь речь идет, быть может, о жизни человека. Я вот с вами разговариваю, а сама веревку от него спрятала. Он в таком состоянии, что... Где вы проживаете? Анютин переулок 5. Анютин переулок не наш район, гражданка. Извините. В среду, сразу после летучки, в присутствии Манохина и Какая, я зашла к вам. Зачем? И сказала, что Ермаков Александр Петрович, слесарь трамвайного депо, просит разрешение провести свадьбу в выделенной ему однокомнатной квартире. Зачем? Потому что он уже разослал приглашение. Вы сказали, чтобы я ему разрешила. Так. Я сказала, что это не входит в нашу компетенцию. Так. Вы сказали, что парень не виноват, что пожарная охрана не приняла дом. Так. И что я ходячий параграф, буквоедка. Самоубийство на меня хочешь повесить? Давайте я попрошу Толю, и он отвезет вас домой. Ведь вы же простужены, а в городе знаете, как... Ой, как примитивно, Галкина. Меня домой, а тебя на мое место. Только рано ты меня со счета скидываешь. Еще не вечер, и гаражи снесем, и свадьбы не будет. И квартиру твой шантажист Шляпий не получит.
Получит, Павел Иванович. Не получит. Я выступлю против. А я выступлю за, и все меня поддержат. В таком случае под этой крышей останусь или я, или ты. В таком случае, конечно, я. Наконец-то сорвал я с тебя маску. Павел Иванович, пришел Сорокин. Иду. А я думал, что ты мне друг Галкина. Я даже жениться на тебя хотел. Когда? Утром. Сегодня. Да у вас же жена, дети. Куда их денем? А уж это тебя не касается. Я жене никогда не изменял. Изменять не собираюсь. За кресло цепляешься. Всем угодить хочешь, перестраховщик? Рая, соедини Сорокина с пятым СМУ и скажи, чтоб немедленно вернули технику. Что ты здесь пальцами тычешь? Это еще пока мой кабинет. Пока! И не надо на меня орать. Я тоже могу заорать, крикнуть, стекла вылетят. И ты вместе с ними к чертовой матери. Что ты меня запугиваешь? Что вы все меня запугиваете? Раскомандовался тут. Жена его застукала, видите ли. Мы должны на цыпочках ходить. Истеричка. Личное это... Извиняюсь. У меня в среду теща клок волос выдрала. Ты об этом знаешь? Не знаешь. Кто-нибудь знает? Нет, не знает. На деле это сказалось? Нет. Потому что я держу тебя в руках. Стиснул зубы и держу. И не путай личное с общественным. Валентин Максимович, 7-й СМУ по городскому. Рая, нет меня, нет. На, держи. Финский. Вечером ей принесешь. Ну, что ты смотришь? Бери, я еще достану. И еще. Говори слова. Им главные слова. Курочка, синичка, попугайчик. Раечка, приготовь к нам 2 чая. Покупаешь меня? Ваныч, сдался ты мне тебе покупать. Ваныч, Ваныч, это Владимир Николаевич, распоряжение. Врешь! Я только что оттуда сунулся на свою голову. Знаешь, что он мне сказал? Что я не соответствую своему месту. Ладно, посмотрим, соответствует ли он своему. Ваныч, не суйся. Раечка, соедини меня с попугайчиком. Простите, с кем? Извини, заморочили голову. С женой. Бабылев! Павел Иванович, я же в обеденный перерыв. Практически не опоздал. Подвези меня к горсовету. Конечно, с удовольствием. А я решил, дай, думаю, в обеденный перерыв съезжу, бампер возьму. У меня там бампер в гараже. Приехал, а ключ забыл. Ну, ключ-то у меня в плаще остался. Здорово, Паш! Я к тебе. Привет. Сейчас некогда, Федь, заходи потом как-нибудь. Слушай, а что ты там отцу наговорил? Какое тебе у тебя мыло крал? Забыл, напомню. В мае 43-го село Мальчики, Орловская область. Утро у меня мыло пропало, вечером ты бутылку самогонку принес. Какие мальчики? Где нас потом с тобой на губу посадили. Так это мне Маня дала, помнишь, с косой. А за что она тебе дала? Что ж, за мыло, что ли? А за что? И ты 40 лет таил? Бабылев, имей такт. Нет, сегодня вспомнил. Увидел твоего папашу, сразу вспомнил. Каков отец, таков и сын. Перерожденцы. Погоди, хомячок. Держи. Купи себе мыло. Отмойся. Бабылев! Видал? Друг детства. Пошли. А это, знакомься. Павлик, а я вот... Это друг семьи Дина. Пошли, пошли, Дина. Бабылев. Павлик. Это Ирина Кирилловна. Ты, кажется, с ней знаком. Лежи, лежи, снежная королева, отдыхай, змея. Эти ну, две дамочки, Павлик, чтобы от меня избавиться, ко мне психиатров подсылают. Что ты говоришь, вон Павлик? Он. Ну какие психиатры? Этот индюк, профессор Склянский, ты его знаешь, он по телевизору алкоголикам лекции читает. Поехали, Бабылев. Абсолютно нормальный хам. Паша! Бе! До свидания. Павел Иванович, сердце? Ручка у тебя есть? На работе. И ключи от гаража. Павел Иванович, может, заедем, возьмем ключи.
А то у меня там бампер новый. Бобылев, если вскрыть твой череп, что мы там обнаружим? Мозги. Бампер! Шариковую ручку, пожалуйста. Читать умеете, мужчина? Там написано. С 14 до 15. Перерыв. Сейчас 15. Музыку слышите? Когда закончится, тогда и будет 15. Девушка, нас 3,5 миллиарда на этой маленькой планете. Руку протянуть. А живем так, будто между нами Вселенная. Я сейчас с вами говорю с Венеры, а вы меня не слышите на Марсе. И я кричу вам, девушка родная, милая, пожалуйста, продайте мне вот эту шариковую ручку за 37 копеек. Она мне очень нужна. От этого моя жизнь зависит. И что же, как так жить? Зачем? В порядке очередь, мужчина. Мальчик, тебе что? Ластик. 5 копеек. Вам? Жалобную книгу. И ручку. Новый-то, может, и с Венеры. Но я не с Марса. Чтобы давать вам ручку, чтобы вы мне ее написали, что я вам ее не дала. Минуту внимания! Ручку мне не дали, поэтому я устно. Владимир Николаевич, если вы сейчас же не отмените свое распоряжение об отмене сноса гаражей, я сейчас же ухожу на пенсию. Считаю до 3. Раз... Два. Павел Иванович, по-моему, здесь не время и не место обсуждать этот вопрос. Нет времени и места. Считаю. 2. 2,5. 3. 3,5. Павел Иванович, никто не может лишить вас права на законный отдых. Павел Иванович! Павел Иванович! Павел Иванович! А? Машина-то? Вон она! Там! Теперь куда? На работу? Нет у меня работы, Бобылев. Домой? Нет у меня дома, Бобылев. А может, ко мне? У меня никого нет. Хоккей посмотрим. Все равно. Ухожу я от вас. Куда? Туда. На место Сорокина. Свою. Где стол был яств, там гроб стоит. Что? Бесцельный гроб. Простите, какой гроб? Нет, стой, Бобылев! Анютин переулок! Со всеми мне не рассчитаться. Но один маленький должок я отдам. Стой. Налево. Там у Хава Павла Ивановича амортизаторы жалко. Я сказал налево. Быстрее, быстрее. Что ты ползешь? Ну что еще? Ложа, Павел Иванович. Надо бы глубину промерить. Дай мне руль. Газу, сходу ее надо брать. Я тебе, как бывший танкист, говорю, жми.
А я и застраховаться не успел. Бобылев, простого дела вам доверить нельзя. А мы ведь на вас государство оставляем. Ну, открой же мне дверь! Что ты сидишь, как истукан? Хватит вам, Павел Иванович. Я вам не лакей. Я инженер. Инженер? А на какие деньги ты машину купил? Деньги мне папа дал. А папа кто? Подполковник. Какой части? А, все равно. Делайте, что хотите. Мне теперь наплевать. На все. Анютин, переулок. Занято. А, это ты. Где веревка, которую вы от него спрятали? Здесь, на кухне. Дайте. Вот. Спасибо. Пожалуйста. Павел Иванович, я так рада, что вы лично приехали. Вы так странно мне по телефону ответили. Но я должна вас предварительно проинформировать. Не надо. Вы понимаете, Саша о вас не очень лестно отзывается, но вы не обращайте внимания, пожалуйста. Дайте нож, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Подержите. Ну, держите же. Я держу. Где он? У себя. Нет, нет, это моя комната. Куда идти? Вот сюда, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Саш, вот видишь, Павел Иванович приехал лично. Вот этот теперь... крюк. Крюк? Что тут висело? Люстра. Какого типа? Хрустальная, с подвесками. Ее во время войны продали. Пожалуйста, дайте мне ручку и бумагу. А другой бумаги нет у вас? Нет, только в клеточку. Так, Александр Иванович Ермаков. Отойдите, пожалуйста. Хорошо. Ну вот, Саша, сейчас Павел Иванович подпишет нам разрешение, я поеду за Настей, уговорю ее, привезу, и все будет в порядке. Одного вы уже привезли. Вполне достаточно. Как тебе не стыдно? Что ты делаешь? Между прочим, у нее были основания обижаться. Это я скажу тебе как женщина. Это ж надо. Гражданка, какой момент? Записка в кармане. Учтите. Будьте любезны, дайте мне стул, пожалуйста. Зачем, Павел Иванович, вам беспокоить? Прошу вас. Мы сами. Спасибо. Пожалуйста. И веревочку подайте, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Возьмите. Спасибо. Пожалуйста. Осторожно, Павел Иванович. Стул шаткий, а у вас вес... Отойдите, пожалуйста. Куда? Туда. Хотел повеситься, чтобы остаться на моей совести. Не выйдет, Ермаков. Теперь я камнем останусь на твоей. Павел Иванович, а это зачем? Вы можете помолчать? Могу. Спасибо. Павел Иванович. Зачем? Павел Иванович. Зачем лгать? Зачем так низко лгать, что тут люстра висела?
ты села? Фокусник. Уважаемые, я как строитель вам говорю. Крюк-держатель под хрустальную люстру рассчитан на 200 килограмм вертикальной нагрузки. Где работаете? В детском саду. Как фамилия? Белозерская. В каком саду? Имени Корнея Чуковского. Ладно, учтем. Четвертый год. Прошу, чтобы сделали капитальный ремонт. И вот вам результат. Очковтиратели! Человечество Соловьева промелькнет в бесконечности пространства и времени, как одно злое мгновение. Оно сожрет тебя, как скорпион. Раньше здесь вот такая глубина была. Мы прямо с берега головкой ныряли. Теперь же никто не поверит. Павел Иванович, миленький, ну что ж вы с собой делаете? Пойдемте ко мне. Я здесь живу. Вон мой дом. Я вас чаем напою с вареньем. Яблочные любите? Люблю. Вот и хорошо. Соловьева. Да, Володь? Озеро надо чистить. Почистите, Володь. Ил, такое богатство. Эх. Пропадает. Пропадает, Володь. Соловьева, ты вот что. Что, Володь? На работу сегодня не ходи. Хорошо, Володь. Сейчас переоденься, согрейся. Угу. Потом как-нибудь отработаешь. Я разрешаю. Ладно. Павел Иванович, я не обижаюсь. Так. 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 Соловьева. Да. Ты Ермакова Александра знаешь? Сашку? Знаю что. Как переоденешься, сразу беги к нему. Ой, осторожней, Павел Иванович. Скажешь, Васин свадьбу разрешает, ага, как было запланировано раньше. Ладно, Павел Иванович. А стол, скажи им, я потом в воскресенье приду, отремонтирую. Скажу. Павел Иванович, у вас какой размер? Я вам папины ватные штаны дам, если налезут. Спасибо, но я сейчас не могу. У меня много дел, Наташенька. А ты иди. Павел Иванович. Скажи ему. Павел Иванович, а его все равно дома нету. Они сейчас в ЗАГСе все. Соловьева, простудишься. Срочно переоденься. Беги. Бегу, Павел Иванович. Облпроект. Алло. Алло. Нажмите кнопку. Дина, это я, Павлик.
Слышу. Дина, попроси, пожалуйста, Иру. Ее нет. Она ушла. Куда? Не знаю. Павлик, я тебя ненавижу. Ненавижу. Машенька, здравствуй. Это дедушка. Здравствуй, Паша. Как жизнь? Нормально. Паша, ты игрушки мои не потерял? Нет, маленькая. Машенька, бабушка не у вас? Нет, а тетя Эли Геркулес купила? Купила. Машенька, позови папу. А Гера пошел относить тебе барахло. Маму дома позвать? Нет. Не надо ее отвлекать. А она свободна. Она плачет. Нет. Позвать? Машенька, ты скажи ей, чтобы она все забыла, что я ей наговорил. Ты скажи, что дедушка был в состоянии нервного стресса. Ты поняла? Нервного... Соловьева! Прости, Машенька. Соловьева, я тебя вижу! Что, Павел Иванович? Соловьева, я тебе жизнь человека доверил, а ты здесь крутишься. Не хочешь, не ходи, я сам пойду. Бегу, бегу, Павел Иванович, не волнуйтесь. Васин слушает. Ой, прости, Машенька. На чем мы остановились? На стрессе. Только ты, Паша, не ходи у них на поводу. Никакого стресса у тебя нет. У тебя в глазу волшебное стеклышко. И тебе надо срочно поплакать, чтобы оно выпало. А то у тебя сердце заледенеет. Срочно поплакать, слышишь? Машенька. Я уже поплакал. Поплакал? Тогда, дедушка, теперь ты спой песенку, чтобы все грустинки испугались и откинули копыта в тартарары прямо лешему в лоб по-русскому. Паша, а тартарары это где? Машенька, в каске. Товарищ, простите, это ваша лошадь? Лошадь? Не моя. Машенька, я тебе перезвоню. Товарищ, тогда, очевидно, это ваша пианино? Очевидно. Значит, я должен извиниться перед вами. Это я пригнал повозку сюда. Ну! Так получилось, торопился, спешил. Виноват. Казнить. И что? Я хотел спросить вас, хозяин лошади знает, что мы ее сюда? Не знает. Тогда надо вернуть ее обратно. Зачем? Чтоб он не подумал, не волновался. А он не думает. Он надрался на мою пятерку, сейчас вот дрыхнет где-нибудь здесь под лодкой. Ну а вам-то что надо? Мне ничего. Ничего? Ну так и идите своей дорогой. Доброхотый. Одни пьют, другие выгораживают. Товарищ, вы не правы. Повторяю, лошадь украл я, а возчик, которого мы с вами так ругаем, совершенно не виноват. Но-но. Не надо думать о людях плохо, не имея на то убедительных доказательств. Поверьте мне, это ужасно для всех и прежде всего для себя. Вот и докажите. Докажите! Что я должен доказать? Что вы крадете лошадей. Где ваши свидетели? Ну, нет у меня свидетелей. Вот только лошадь. Вот именно. Так и у вас тот же свидетель.
Что? По вашей ложной логике надо лошадь спросить, ваше ли это пианино? Да. Да. Ха. Нет, дорогой товарищ, вот я-то как раз могу доказать, что этот инструмент мой. Как? Это не доказательство. Любой может. Ах, любой? Ну, тогда попрошу конкретно вас. Я жду. Что вы нам сыграете? Гершвина? Или, может быть, Бетховена? Друг, не шуми. Кругом люди. Ха, вот он. А я что вам говорил? Друг, мне тебя жалко. Вот теперь, видите? Не надо. Где-то в барабаны барабанщик бьет. Спасибо, Наташенька.